Двое мужчин убили двух бродяг и сожгли их тела. Около часу ночи 26 июля 2013 года в полицию поступило сообщение о пожаре в частном секторе на улице Адмирала Нахимова, после тушения которого были обнаружены трупы двух мужчин. В ходе осмотра тел выяснилось, что погибшие скончались от ножевых ранений. В поле зрения следствия сразу попали двое мужчин. В ходе следствия установлено, что вечером 25 июля 2013 года двое знакомых распивали спиртное, после чего один из них предложил пойти разобраться с бродягой, который ранее указал сотрудникам полиции на него как на совершившего кражу. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.